обогнал. Давай посмотрим. Чего смотреть? Живой? Все живые, он сидит, думает. Обогнал твою механику. Хера себе! Как мне в жопу не въехали, мне вон там все. Хера себе! Как мне в жопу не въехали, мне вон там все. Или провести романтичный и при этом не выезжать из города теперь легко. Уютная летняя терраса, свежий воздух и вкусные блюда. Смотри, что сделал. А в выходные зажигательные. Пьяный ударил в машину. Ну, бля. Ёпс. Я Питера! Как ты его будешь держать? Я помню. А что, своей машиной заслонить его или что? Пьяный за рулем. Ударил чужую машину. Убей его! Да бейте ему стекла, блин. Ну, сейчас слева бей. Люди с камеры. По встречке, ну, красава. Да, даже у меня. Он ушел куда-то. Я звука не слышу, где он упрется в кого-то или в стол. Даже у меня. Уже это же Бринулин в крови. Ну вон, тут какая-то девочка с микрофоном, парень с этой, с камерой. Хотите поучаствовать? Телевидение. Ну да, что-то снимаешь. Да, он убежал. А, ему впилялся и выбежал, да? А об кого, я не понял. Ну, вот там впереди белая какая-то. Я так понял. Да, с той стороны удар. С этой, потом с той. Его догнали, наверное, да? Ну, я надеюсь.
Вот вам и Одесса, здравствуй. Да, бедс. Доступ в интернет выгодно. Вот парень с камерой. Мучканулись, блин. Прикинь, 93-й автобус, лоб в лоб, лобовое, блин, с чем, грант, что ли? Постоянно в голове вот эта песня о тебе. Колесо отвалилось, смотри. Щитом прям по башке ее девки дал. Это очень опасно, конечно. Нет, тут 3 на 1, так еще.